студии Анна Терепкина. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника, посвященного годовщине победы над чумным доктором. Майор Гром на открытии не присутствовал. И я не исключаю, что причиной тому прибытие в Санкт-Петербург замминистра МВД Марии Архиповой. Ее визит приурочен к завершающей фазе модернизации полиции, в рамках которой планируется масштабное сокращение сотрудников. Чего к нам цепляться? У нас все хорошо, у нас все замечательно. Показатели лучше всех! Кто чумного доктора поймал? Мы поймали, мы. Ребят мои. Игорек, Ром. Сами проблему создали, сами решили. Товарищ замминистра. Прошу прощения. Цирк какой-то. Дроны быстрее, точнее и выносливее людей. У них не бывает одышки. Они не запрограммированы на пьянство, взятки и неповиновение приказам. И это не мое мнение, это научно обоснованный факт. А цель переаттестации – выявить неэффективных сотрудников, которых в перспективе могут заменить дроны. Так понятнее? Да, да, да. Я понимаю, вам бы лишь бы уволить, сократить. А работать кто будет? Кто? Люди. Люди, которые вот там сидят. Вон железняк, да? Здоровая семья, 8 человек, 8, 4 мальчишки, 4 девчонки. В коммуналке живут 25 лет, вообще ничего не имеют. За копейки суд приходит. А если надо, он жизнь отдаст? Жизнь. Хотите соревнования? Какое? Один дрон против лучших ваших парней. Хорошее предложение, а? Только условие такое. Если вы выиграете, ладно, я вам помогаю. Обеспечиваю полное содействие во всем. И весь город помогать будет. А если мы выиграем, в Сибирь, там модернизировать будете. Окей? Жду вас через час на вашем полигоне. Сегодня, что ли? Да. И Грома Хваленого не забудьте. Молодцы, ребятки, молодцы! Вот парни, да? Кстати, Дубин. Вот этот неженат, который... Дубин. Угу. Молодцы! Ну что, с кем соревноваться с тобой? Ба, это что за модельер? Это Август Вандерхольд. В смысле, это который Разумовскому костюм продал? А, нет, продал его отец. Август — наследник империи. И похоже, он настроен решительно, раз приехал сюда лично. Мария,
Toujours magnifique. Генерал-полковник Прокопенко. Господин Холт. Приятно. Холт. Очень рад. Ну, то есть никого не смущает, да, что из-за их технологий полгорода спалили? Угу. Здравствуйте. Такой гусь, конечно. Я рад представить вам нашу новейшую разработку. Полицейский дрон Raven. Это революция в мире гражданских охранных систем. А, простите, а сколько такой пылесос стоит, может? Игорек, Игорь. Это не пылесос. В чем дело? Ну все, я молчу. Торжественный момент, господа. Будущее полиции встречается с прошлым. Федор Иванович, может, начнем? Поехали! Ну что, не работает? Дроны проделали большой путь. Их сжигали, расстреливали и взрывали на Ближнем Востоке и в Африке, чтобы сегодня мы могли представить вам безупречную версию. Good job, everyone. Well done. Well done. Федор Иванович, думаю, в этом вопросе мы можем поставить точку. Август, спасибо. Ваши дроны даже лучше, чем вы мне их рекламировали. Если вас все устраивает, мы можем подписать контракт прямо сейчас. Конечно, я готова купить у вас один образец. Мы проведем тесты, установим российское ПО, и если оно будет работать, то уже в ближайшие несколько лет мы... Несколько лет? Вы шутите? Послушайте, мне нужно провести реформу полиции, избавиться от всех бездельников. Я вам обещаю, мы вернемся к этому разговору. Просто чуть позже. Вы меня использовали. Я благодарю вас за помощь. Stick to the plan. Do not screw it up. Yes, sir. Дроны убьют всех, кого ты знал, пока не обнаружат твои координаты. Удачи, герой. Молись, чтобы кто-нибудь другой нашел тебя раньше, чем я.